Требования, в общем-то, стандартные для таких мероприятий. Для нас они в новинку, в диковинку, для нашего города пока. Что стараемся подвести все к стандартным требованиям. Будут автомобили делиться на категории, во-первых, 4.2 и 4.4. Категория 4.2 – это практически стандартные автомобили. К ним требований особых требований не предъявляться. То есть специальной подготовки для автомобиля не предусмотрено. Предусмотрено наличие полностью исправного автомобиля и наличие ремней безопасности, обязательно наличие касок у экипажа. И, в общем-то, по большому счету, это дает возможность, такие лояльные требования дают возможность выступать любому желающему. В общем-то, приезжайте, хоть на чем. Категория 4 на 4 там маленько посложнее, но в общем-то требования те же самые получаются. Со зрителями будут предусмотрены ограждения. Сейчас вот мы занимаемся этим делом. Будут сделаны ограждения трассы, будут повешены на ограждениях таблички информационные, куда нельзя заходить, куда можно заходить. Ну и поставим добровольцев, я думаю, наберется у нас добровольцев, поставим, которые будут помогать зрителям и объяснять, куда надо ходить, куда нет. Все так, что со зрителями, я думаю, проблем быть не должно. Безопасности. Люди, приезжайте, приходите, посмотрите, будет очень интересно.